Что там у него? Я уже вижу красивую коробку. Очень красивая коробка. Листочки, смотрите, какие красивые. Ага, я только посмотрю. Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылок с Настей. У нас есть две посылки. Одна маленькая, вторая большая. С какой начнем? Откуда они взялись? С Украины. Ну откуда? Кто их тебе прислал? Мне прислали их в Инстаграме. Это от подписчиков? Нет, это от рекламодателей. Ой, очень интересно, что там. Блин, очень классно, когда ты не знаешь, да, что в посылках. Ну да. Всегда интересно. Давайте с какой начнем? С большой или с маленькой? Давай с квадрата. Да. Мне тоже интересно, квадратненькая такая какая-то. Ребят, если вам что-то понравится, я в любом случае буду оставлять ссылочки внизу в описании. А также мы можем сами что-либо продавать. У нас есть свой магазин, ссылка также есть в описании. Там мы продаем все, что мы находим в чемоданах с аукциона. Ух ты! Что там у него? Я уже вижу красивую коробку. Очень красивая коробка. Очень ярко. Ничего себе. Что, меня да, вдруг это. Ой, какая красотища, смотрите. И строчки, смотри. И написано Love You. Love You Life. Люблю твою жизнь. Класс. Красота какая. Мне очень нравится такая коробочка. Надо скорее смотреть. Special for you. Special for me. Видно там, как коробочка держит? Да. Так вот. Видно, да? Давайте открывать. Смотреть, что там. Давайте сделаем просто вот так. Так. Мне всегда так жалко распаковывать такие посылки, которые так красиво запакованы. Я хочу их поставить и оставить навсегда на своем столе. Убираем бечевку. И вы готовы, дети? Давай. Что-то вкусненькое, как ты думаешь? Нет. Не мог понять, что это. Что это? Тут очень крутые посылки. Ой, блин. Вау. Кисточки, класс. Кисточки, смотрите, какие красивые, блин, кисточки, класс, единорога. Они очень крутые. Блин, они очень крутые. Я хочу просто сразу взять их и очистить от таких штучек. Такие кисточки, если я не ошибаюсь, стоят... Кисточки, извините, визажисты. Кисти. Стоят 300 гривен набор. Они бесподобные. Класс. Очень крутые. Хочу все. Что там еще? Класс, да? Это два набора или это все один набор? Это все один набор такой большой. Да. Ну, вообще, это все с одного магазина, и я собрала сама лично себе набор. Я помню, что я выбирала кисти и еще что-то там много всего интересного. Сейчас покажем. Смотрите, какие кисти. Ну, это правда, как единорог, знаете, такой? Класс. Я в восторге. Видно? Разноцветные. И очень мягенькие. Прям по-летнему скажу. Да, очень крутые. Далее, я вижу маску. И эта маска корейская, скорее всего, с черникой. Это прилипло к ней просто? Ну да, это прилипло. Вау! Она такого вообще не было. Это сережки, да. В виде печенья. Мне почему-то не напоминает печенье. Эти сережки могут стать хорошим акцентом на образе. И если я не ошибаюсь, они стоят в районе 200 гривен. Может, 100-200 гривен. Точно не помню. Можете посмотреть, там я оставлю все. Классные, нравятся? Да, да, это какой-то комбинезон черный золотистый. Блин, я не ожидала просто, что это все выглядит так же, как на картинке. Класс, вообще упаковка, начинка вообще. Я просто, чтобы вы понимали, подписана на группу ВКонтакте, где всякие модные штучки выставляют. И сейчас я это все себе заказала в одном магазине. Тут по 150 гривен, по 300 гривен, по 200 гривен. Вот, пожалуйста, очки тоже гривен 150, наверное, стоят. Уевреевые такие очки.
Крутые? Да, и тебе в них, кстати, хорошо. Слушай, мой магазин отдыхает по сравнению с этим магазином, честно говоря. Мне идет? Да. Очень много всего интересного в этой посылке. Да, посмотри. Держи. А что ты нашла такое интересное? Не знаю, что-то какая-то трава внутри. Настя, тебе лишь бы траву внутри. Нет, ну в смысле там... Это сережки. Смотрите, это сережки. Это сережки в виде ракушек. Красотища, да, какая? Бесподобные штуки. Я чувствую, мы на две камеры снимаем и будем монтировать на две камеры, да? Класс! Очень крутые сережки. Я даже помню, как я их выбирала. Какой-то у вас, смотри, коробочка с авокадо. Это крем для рук с авокадо. Будем распечатывать, нюхать? Нет, будем его намазывать на хлеб. Есть по утрам. Делать тосты, да? Да. Что ты еще там заметил? А я что-то вижу еще. Это что это? Это шоколадка. Я не заказывала шоколадку, но мне положили с миньоном такую шоколадочку. А, я только посмотрю. Надеюсь, ты правда просто посмотришь. Класс. Это очень... Хватит есть шоколадку. Это очень классная посылочка. Блин, это Новый год. Класс. Классно. Настолько все мило. Ой, тут как раз 4 штучки, это Настя. Супер. Няше тоже понравилась посылка. Смотрите, 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 кошка куда пошла. Ей очень понравилась посылка. Так, что там, все? Ребят, не расходимся, напоминаю, что сейчас у нас будет распаковка второй посылки, да? Да, давайте вторую посылочку распаковывать. Вторая посылка, я так понимаю, это нам на двоих с Владом пришло. Тут не только женские штучки, но и мужские. Точнее, это больше, наверное, для нашего живота. Ну, вы думаете, для Няши? Маловато. Так, ребят, это вторая посылка. Офигеть, это же классная еда. Семечка. Состав яблоко, тыква, корица и мед. Сухофрукты. Класс. Это сухофрукты. Сухофрукты? Шрифт классный. Овощной ассортимент. Шрифт классный. Я люблю такие шрифты. Дизайнер заценил. Шрифт классный. Смотрите, тут и морковка, да. И буряк засушенный, и еще что-то. Классно. Фрукты в ассортименте. Банан. Банан. Киви. Да, ну, вот апельсины. Круто. Класс. Смотри, да? А это бананы. Яблоко, тыква, корица и мед. Тоже, ребят, если вам интересно купить что-нибудь из этой посылочки или из этой, кто на здоровом питании, все ссылочки будут в описании. Ну что, будем заканчивать это видео и начинать кушать сухофрукты, примерять все сережки. Влад любит. Все? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Я там буду публиковать. Она там частенько публикает. Я буду публиковать там разные интересные посты и составлять луки с интересными серьгами, которые мне прислали, краситься кистями и фоткаться в этих очках. Ну все, всем пока. Пока.